Сочи, Анапа, Новороссийск и Таганрог. Такова география участников открытого первенства Краснодарского края по стрельбе из лука. На турнир приехали лучшие лучники юга страны. Всего более 60 спортсменов. Сегодня первый день соревнований. Спортсмены прошли квалификацию. Стреляли из классического и блочного лука на длинные дистанции до 90 метров. Надеюсь, что я смогу побить рекорд края, потому что на короткой дистанции я уже его побил, являюсь суперсменом на данный момент. И надеюсь, что могу пополнить свою копилку еще и летним рекордом. Задача непростая. Нужно не только суметь справиться с волнением. Солнце и жаркая погода тоже вносят свои коррективы. Хотя для сочинских лучников атмосфера привычная. Роман Половинко – один из самых титулованных спортсменов города, призер чемпионата России. Нынешнее первенство для него еще один шаг на пути к цели – выиграть на России золото. Тренировался, стрелял разные дистанции, вот готовился к этим соревнованиям. Потому что мы тут стреляем 4 дистанции. Вот, надо было пострелять каждую. И вот я как раз-таки тренировался, стрелял их. Соперники, да, приехали сильные соперники. С Новороссийска я знаю пару хороших ребят, с Таганрога. Вообще, лучники Краснодарского края сегодня сильнейшие на юге страны. А на всероссийской спартакиаде сборной Кубани удалось завоевать бронзу в командных соревнованиях. Сегодня как бы спортсмены нашего региона уже как бы оппозиционировались, с ними считаются, знают, и к нам уже устремляются. Мы здесь проводили первенство России, вот, проводили Кубок России, чемпионат России. Так что у нас уже как бы этот вид спорта приобретает очень четкие, хорошие позиции на очень высоком профессиональном уровне. Наряду с уже опытными молодыми спортсменами в турнире участвуют и те, кто только пробует свои силы на серьезных турнирах. В этом году мои ведущие спортсмены закончили учебу, поехали поступать в вузы. Сейчас обновленный состав, маленькие дети, ну я надеюсь, что мы тоже займем призовые места. Завтра в программе первенства квалификация на коротких дистанциях. В воскресенье – финалы в личных соревнованиях. В понедельник – в командных. По итогам турнира определятся лучники, которые будут представлять Краснодарский край на чемпионате и Кубке страны. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.